Ну чё, я на соку, лесобиржа, вот эта вот Волга впадает в сок, вот такая вот здесь красота. Природа, вот тут вот на пенечке присел, в принципе можно уже кое-где подойти к берегу, открыть сезон, так сказать, покидать спиннинг. Вот так вот. Сейчас посмотрю, еще проверю, где тут есть где выход. Ну, пару выходов уже нашел. Сейчас еще пройдусь, посмотрю, где еще можно выйти, чтобы покидать. Вот такая вот лепота. Жигулевские горы, Волга, голодный. Сок, устье сока. Там он мост. Ну что, всем привет. Я на лесобирже. Обстановка здесь вот такая вот. Вот тут на краю. В принципе, можно уже спиннинг покидать. Я думаю, сюда уже можно ехать. Побросать спиннинг. Посмотрите. Вот такая вот тут лепота. Это тут Волга. Голодный. Сок еще не вскрылся. Около Соковского моста еще лед. До Соковского моста еще вода не открылась. Вот такая вот обстановка на Волге. На сегодня 3 апреля. Вот за край на льда. Сок. Вот. Тут уже вода. Еще пару дней. И это все вскроется. Вот такая вот тут красота. Надо готовить удочки. Все, всем пока, здоровья, денег побольше и удачной рыбалки.